Так, дорогие друзья, после того, как я сделал этого медведя по туториалу, мне захотелось свои силы попробовать и новые навыки. И вот я за 2 часа у меня ушло, правда. Сделал такую смешную улитку, монстрика. И теперь решил еще дальше продолжить это дело. Но немножко с другим референтом. Так, сейчас возьмем другой референт. Давайте мы его сюда поставим как референт. Так, вот здесь, скажем, image editor. И вот этот image editor поставим тот рисуночек, который мне понравился. И попробуем из 2D сделать 3D. Вот оно. Ну, смешное. Прикольное. Вот такой вот. Тем более, я думаю, что в скульптинге с ним не будет больших сложностей. Ну, монстра, что с него возьмешь? Итак, мы видим большую картошку, по сути. Начнем. Сейчас пивнем. И продолжим. Итак, перейдем в X. И начнем с того, что возьмем сейчас Shift A. Mesh. И Mesh мы возьмем вот круглый кубик. Очень интересная штука. Мы ее сейчас вот здесь скажем, во-первых, нам нужна квадросфера. Вот она. Во-вторых, у нас должно быть здесь 16 граней. Вот. После этого с ней уже можно заниматься в скульптинге. То есть мы ее сейчас сразу же потянем. S по Z. Так. И растянем еще S по X. О, а что это я так вдруг ни с того ни с сего? Я говорю S по Z, и что? Ну, пока так. Да? И сразу пойдем в скульптинг. Здесь мы возьмем вот эту эластичную форму. Включим X. И сначала мы его, конечно же, поправим. Поправим таким образом, что возьмем F поболее. И начнем раздувать из него картофель. Вот такое. Картофель. Его раздуем. Ну-ка. Вот так. Чтобы было у нас похоже. Тут самую картошку.
круглый, пузатый, полосатый. Похож. Так. Дальше мы пойдем опять с вами сюда. Вот. И возьмем еще один. Возьмем сейчас еще один предметик. Очень нужный. Нам. Это называется, тоже мы возьмем круглый, но скажем, что нам нужна капсула для руки. Так, выдвинем ее. G по X. Вот. И сразу сейчас начнем с ней заниматься. То есть пойдем Edit Mode, посмотрим ее. Так, явно, что нам нужна другая конфигурация, такая вот заостренная какая-то. И мы ее сейчас сделаем. Во-первых, мы выделим эту штуку и скажем S. Она должна быть у нас тонкая такая. Эту мы подвинем вперед. G по Z. Где-то так. Наверное. Далее, чтобы она у нас гнулась хорошо, мы скажем Ctrl-R. Вот здесь сделаем много этих. Вот и получили вот такую штучку. Так. И пойдем в скульптинг. А, нет, сначала мы ее прилепим. Вот. Вот. Давайте мы ее спереди посмотрим и прилепим сейчас. G. А, вернее, сначала R. Развернем ее вот так. Так. Где-то примерно найдем ей место. Место мы найдем вот такое. Вот. Тут где-то у нее должно быть место. Так. Так. Примерно так. И нам надо ее, в общем-то, загнуть, конечно. Вот я думаю, мы уже сделаем здесь. В скульптинге. Так. Уменьшаем. И F. Поднимаем, изготавливаем точно такую руку, какую мы хотим. Вот такое приветствие, да, делается. Подвинем ее поближе. Так, ну где-то примерно. Я делаю вот до этой части, вот эту часть я делаю. А дальше уже вы понимаете, что мы возьмем с вами просто эти шарики. И пойдем с этими шариками работать сейчас. Так, дайте нам, пожалуйста, шарики. Достаточно будет одного.
Так, круглый. Скажем, что нам нужен будет квадросфера. Так, пускай тоже будет 16 одного размера, пускай будет. Так, а нету здесь сразу же уменьшения. Location есть. Size. Мне надо одинаково, чтобы это было. Ладно. S. Вот так. И вытаскиваем. G. Сюда. Здесь должен быть. Вот из этих шариков мы сейчас и создадим. Оп, назад, сюда. И еще один шарик. Shift. Так, чтобы у нас был такой вот он. Ну, очень большой. И этот. Теперь вот эти два шильды разворачиваем. И здесь этот шарик передвигаем вперед. Немножко загибает пальцы. Если это сюда, то этот будет загибать. Тоже развернем. И сюда. Так, и Shift D. R. Смотрим спереди. Уменьшаем, S ставим на место. Вот так вот где-то. Вниз. Отлично. Далее берем Shift D, шарик, ставим его сюда, выводим. Делаем большим. И сюда еще один шарик. Уменьшаем. Посмотрим отсюда. G. Ну, а теперь пойдемте в скульптинг. Надо кое-что поправить. Вот этот вот. Скульпт.
Теперь этот. Так, похоже, вроде бы как черт на ежу. Надо потоньше сделать. Теперь объект. Вот это. Ну, скажем, Ctrl-U. Соединим их все. Так, и пойдем теперь скульпнут. Посмотрим, как она соединилась. Ну, я вам скажу так, что надо здесь Shift-P применить. Посмотреть, как это будет. Сказать имидж. Ждем. Ctrl-R, это назад. Поболее надо немножко. Так, отменилось. Теперь Shift R еще раз. Скажем так, 463, к примеру, или Mesh. Смотрим. Ну вот это уже более-менее. Теперь берем гладилку. И наша гладилка. Вот она, наша гладилка. И начинаем тут все заглаживать. Для начала грубенько так, то раз, 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 раз. Смотрим. Да, так вот хорошо. Все. Одна рука у нас готова. Теперь нам надо ее поправить. Так. Первое, здесь она должна немножко быть так. И здесь она должна быть вдавлена. Вот эта вот ладошка. Назад. Побольше. Вот тогда. Я недаром сказал про скиллы, потому что надо действительно наработать себе навыки. Те самые скиллы, да? Тут нормально все. Так, похоже. Очень похоже. Мне так кажется, что очень. Так, ну и нам надо немножко здесь нажать вот это. Он называется Draw.
скульптдро, да? Зажать Ctrl, пройти здесь, здесь, здесь. Более так-то. Нет, ну это перебор уже. Здесь еще один такой. Вот. Нет, это здесь не нужно. Чуть-чуть, может быть, с этим мы переборщили. Возьмем обычный вот этот F и немножко его уменьшим. Почему народ так обожает делать монстров? Я вам объясню почему. Потому что сделать человека, это надо знать пропорции, надо иметь чувство этих самых пропорций, когда вы что-то делаете. А когда вы делаете монстра, как сделали, так и есть. Это монстр, и все, отстаньте. Поэтому намного выгоднее делать монстров. Особенно на первых порах. Вот так пригладили немножко и опять взяли. И при этом. Нет. Это, конечно, хорошо. Но совсем-то не надо уже уничтожать здесь. Так вот. Похоже на монстровскую руку. Единственное, что давайте мы вот вытащим немножко ее. И скульптинг. Немножко еще и заострим малость. О, здесь не надо. Так. Да. Так оно выключил объект. Спереди смотрим. G. Вот так. Чудесно. Чуть выше может быть. Что у нас со временем? 24 минуты. Ну, в общем, руку делаем так же, только делаем с большим захватом, чтобы поместился там этот самый бокальчик, окей? Okay?